Всем привет, ребята, кто присоединился. Было бы здорово, если бы написали, как мне видно и слышно. Все, я в эфире. Отлично, выхожу тогда в YouTube, чтобы смотреть ваши вопросы. Слышно, видно. Отлично. Да, все. Вижу. Угу. Ребят, не будем ждать, пока соберутся, не соберутся, потому что у всех свои планы, наверное. И кому будет интересно, те посмотрят в записи. Потому что я понимаю, что сейчас у ребят достаточно много эфиров. То есть, кто идет на марафоне рождения аватара, у тех два эфира. Это в час, с часу до двух у нас эфир первый. И с 9 до 10 это будет второй эфир. И здесь еще здесь я специально поменяла время на 8 часов, чтобы у вас не было... Не было вот этого состояния, когда вы не знаете, куда что посмотреть в эфире, то ли одно, то ли другое. Чтобы вы, если хотите, посмотрели здесь, потом перешли уже на рождение аватара на марафон. Как раз у нас сегодня тема там апатия, усталость. Я рассказала с психологической точки зрения, да, как я это вижу. Вот, а приглашенный мастер Алексей. Он как раз расскажет со стороны физики, какие практики, какие упражнения сделать, чтобы был определенный результат вашего тела. Вот. Мне сегодня, ребят, немножечко сложно говорить. У меня еще пока не отек очень большой, не сошел. Я уже вам говорила, да, что я удаляю зубы мудрости, потому что они у меня легли полностью. И... пошло искривление нижних зубов. Вот. И нижние клыки стирают верхние зубы. Вот. Поэтому пришлось мне удалить. Вот. Так как они у меня достаточно крупные, достаточно сложно я переживаю этот момент, потому что вы прекрасно знаете, что наркоз, он практически не действует. Поэтому для меня это было сложновато. Удаление. Да, Глуся, привет, Максим, привет. И, ребят, сразу же еще хочу вам напомнить про Москву. Кто у нас московские ребята? Я буду 2 и 3 июня в Москве. Поэтому... Кто хочет со мной видеться, кто хочет позадавать вопросы, кто хочет вживую пообщаться, то я, конечно, с огромным удовольствием буду очень рада вас всех там видеть. И, конечно, отвечу на каждый вопрос, который вы зададите. Это будет пятница и суббота. Конечно, с огромным удовольствием отвечу. И многие спрашивают по цене. Я поставила предел, не выше которого будет. Он тоже, конечно, небольшой, но если будет много народу, то я сразу же сказала, что будем тогда снижать, потому что мне хочется окупить помещение, окупить заботу организаторов, да, вот, рекламщиков, которые тоже участвуют в этом, чтобы всем было приятно. Вот, поэтому... есть в любом случае какая-то определенная оплата.
Но чем больше будет на людей, тем меньше, конечно же, будет оплата. Но есть пределы, выше которого я не разрешаю поднимать, чтобы это в любом случае были доступные встречи. А теперь, ребят, давайте перейдем к теме, потому что очень много было разных рассуждений, что Света, наверное, что-то напутала. Наверное, она говорит про что-то иное, потому что тема такая «Убей своего дитя». Вот. Но я эту тему создала не для хайпа. Вы все знаете меня, ну, кто меня смотрит, да? Что я достаточно прямолинейный человек, не вижу смысла из себя строить хорошую либо плохую, я и так такая, какая есть. И эта тема полностью отображает ту тему, которую я сегодня раскрою. Это не хайповая тема, это не переносный смысл. Это прямой смысл того, что с нами происходит в мире, в нашей жизни практически каждый день. Это происходит либо с нашими детьми, как мы своих детей воспитываем, либо с нами, как воспитывали нас. И я бы вам хотела рассказать просто историю. Просто историю, на фоне этой истории пояснить некоторые моменты, чтобы вам было понятно, как это работает, чтобы вы могли перепрограммировать себя, как ребенка заглянуть туда, как взрослого посмотреть на своих детей, на своих внуков и увидеть эти моменты и еще раз убедиться, что все в вашем мире зависит только от вас, не от кого-то, не от каких-то обязательств, не от каких-то социальных программ, матриц или еще чего-то. Только от самого себя, как вы на это реагируете. У меня была мама, да, у меня мамочка уже умерла, и она была прям такая, знаете, девочка-девочка. Она была единственный ребенок в семье, и ее, конечно же, всегда баловали. Она была очень красивая, с огромной, ну, раньше, наверное, многие ходили там с длинными волосами, да, не было такого, чтобы там подстригали волосы, какие-то прически, еще что-то, тем более у меня мама росла в Грозном, она сама из Грозного, она русская, и дедушка мой русский, и бабушка моя русская, и раньше и русские, и христиане, и мусульмане, и чечены, и ингуши, и армяне, и азербайджанцы, все, много национальностей, которые жили в каком-либо городе, я не слышала ни от кого, что были какие-то разногласия по национальности, по вероисповеданию, еще почему-то. Все всегда жили как одна семья. Насколько я помню себя ребенком, да, насколько я помню рассказы мамы. Вот. Это сейчас какое-то вот это вот деление пошло, даже не знаю, на чем оно основывается, если честно. Вот. И у меня была мама такая вот красавица, светленькая, у нее была коса, и у нас очень долго ее коса даже лежала в шкатулочке. Она была вот такой толщины, то есть я вот просто вот два пальца, то есть она, у нее очень густые волосы были. И ее в свое время баловали родители настолько, насколько это было возможно в те советские времена. То есть у нее были часики, а у кого-то не было. То есть раньше же баловство было это не машинами, квартирами, еще чем-то. У меня бабушка была поваром, вот, а дедушка был казак. Вот, какое-то у него было звание в казачестве. И на тот момент, конечно же, это были уважаемые люди. Это не определялось каким-то материальным статусом, да, это определялось им именно иным статусом, вот. И моя мама настолько привыкла вот к своему, к тому, что за нее все решали, там, Люсенька, тебе вот сюда нужно съездить, Люсенька, давай туда тебе съездим, давай тебе вот это купим, давай вот то, и она вот вся вот такая вот была, вот прям вот нежность нежная, да, и у нее не было
привычки, так скажем, да, у нее не было знаний, у нее не было навыка, как управлять своей жизнью. Ей это было незачем, ей было удобно, что всегда управлял кто-то из состояния любви к ней. И когда я была маленькая, вы все прекрасно знаете, что я была очень болезненным ребенком. У меня то одно, то другое, то пятое, то десятое. И я постоянно болела ангинами. Помимо того, что у меня астма была, я постоянно болела ангинами. И это не просто была ангина, все время были гнойные ангины, прям настолько, что я не то, что глотать не могла, там я и дышать не могла. И вот они, вот эти вот гнойные ангины, то есть там, если вот я в зеркало могла посмотреть, да, я до сих пор помню, что вот эти вот гланды, они настолько опухали, и там прям вот такие вот углубления были, и вот там в этих углублениях был гной, прям гной белый, желтый, вот он прям такой достаточно ядреный. Я постоянно вот этим вот болела, причем болела я чуть ли не каждый месяц, то есть мне постоянно, я что-нибудь там вдохнула холодного воздуха, у меня ангина, там еще что-то сделала, у меня ангина, вот. И мама все время там со мной то на больничных была, то еще что-то, вот какое-то вот это вот состояние было у нее. И, конечно же, ей там говорили, там нужно горлышко кутать ребенку, нужно это делать, нужно то делать. И потом в определенный момент она настолько ей стала, видимо, внутри она настолько вот рассердилась, или вот у нее какой-то вот новый вот этот вот порыв какой-то пошел, что она купила мне мороженое, заболела ангина, она купила мне мороженого, и говорит, ешь, доча. Вот. И для меня это было тогда так удивительно. Я тогда была, по-моему, во втором классе, что-то такое. Первый, второй класс. Вот. И ей тогда ее мама, она сказала, она говорит, Люся, что ты делаешь, так же нельзя. И она говорит, мама, вроде как, ну, я не помню, какой там разговор, естественно, был, но она ее отстранила и сказала свое слово. И это был последний раз в моей жизни, когда я заболела ангиной. И мама всем потом рассказывала, что у меня дочь болела ангиной, пока она не накормила меня мороженым. И только когда я стала взрослой, я поняла, что дело-то ведь не в мороженом. А дело в том, что, понимаете, вот всю жизнь мама, она полагалась на кого-то, ее устраивало, в какой-то момент ее устраивало, что кто-то что-то говорит, что-то за нее делает. Но как только она решила, что сейчас она будет руководить своей жизнью, касаемо своих детей, касаемо своей работы, касаемо своего достатка, своих мужчин, там еще кого-то, как только она перешла вот этот барьер самой себя, это первый раз в жизни у нее был, первый раз в жизни, когда она не послушалась маму. А мама, моя бабушка, была очень авторитарной женщиной. Вот она прям, вот насколько мы с сестрой помним, она прям, вот как она сказала, так оно и будет. Как она... Причем ее слушались абсолютно все, и мы, и мама, и наш папа, все слушались маму. И тут она пошла против своей мамы, решив сделать вот так. Представляете, какой для нее был внутренний прорыв пойти за самой собой. Сказать, неважно что сказать, неважно что здесь, неважно, правильные эти действия были или неправильно. Конечно, они не каждому подойдут. Дело ведь абсолютно не в холоде, не в мороженом. А дело в том, что мама решила сказать через горло, вынести свою мысль, вынести то, что она не могла, вот этот ком стоял, вот этот ком, который несла всю жизнь я. И когда она это сказала, нет, я буду делать так, у меня сразу же перестала быть ангиной. Ангиной я болела, у меня карта, ребят, была вот такая вот. Это когда мы переезжали с одной улицы на другую еще в Екатеринбурге. Вот. Я помню, что врач, которая брала эту карту,
Она говорила, ну, слушайте, давайте мы эту карту будем в архив, то есть у них там на полочках, у нас на полочке постоянно из-за Лаврова не хватает места, потому что у нее самая толстая карта. А я болела все время, я не вылезала из больниц. Вот у меня то астматический приступ, то ангина, то астматический приступ, то ангина. Это мы еще с вами не разобрали, потом с вами разберем, когда я лежала очень долго на обследовании. В 15 лет с головой, когда у меня были головные боли, и в раз закончились, и так и ничего не смогли узнать. Об этом мы тоже с вами поговорим. Вот. И что произошло? Мама через свое дитя транслировала то, что происходит с ней. Мама, которая не могла сказать, не могла отстоять свою точку зрения, не могла что-то донести до кого-то, не могла еще что-то сказать. Она мне поставила этот кляп неосознанно в горло. И когда она решила, вот она первый раз решила за столько лет, это получается практически 40 лет ей было, она первый раз решила пойти в 40 лет практически против воли мамы. Представляете, какой этот шаг был для нее, насколько он был масштабным и значительным. И стоило ей только это сделать разово, как я, ее дитя, тут же избавилась от этого недуга. И когда наши дети болеют чем-либо, вот вы можете ко мне прийти с любым заболеванием вашего ребенка, я вам сразу же скажу, почему он болеет, что у вас не так. Как мы убиваем вашего ребенка, неважно, чем он болеет. И когда мы с вами, я уже с вами говорила на эту тему, да, когда мы говорим, а вот это вот, например, врожденное что-либо, а вот это, например, у нас все этим болели. Вот когда все этим болели, это как раз говорит о том, что вы очень, очень здорово и очень умело несете паттерное поведение из поколения в поколение. И это паттерное поведение предначертывает судьбу следующего всего, потому что вы делаете одни и те же действия из поколения в поколение. Когда ребенок рождается больным, он же не просто так рождается больным. Он же рождается больным не потому, что вот все было вот так вот, а вдруг раз и вот так вот. Нет, ну нет такого. У нас настолько все закономерно. Он ваше продолжение, ваше продолжение. Почему ваше продолжение сработало вот так? Почему ваш ребенок, например, заболел вот этим, набрал лишний вес, сбросил очень сильно вес, сделал вот так вот, делал так вот, даже элементарно, элементарные вещи, когда ребенок, например, плохо учится. Причем тут же есть некоторые, вот у меня, например, два сына, да, и одному ничего не надо рассказывать и познавать, он уже изначально все знает, он схватывает все на лету. Не было ни разу, чтобы он сидел с уроками целый вечер. Он какие бы ни были уроки, он их решает за 5, максимум 15 минут. И то 15 минут, если что-то долго нужно, обязательно нужно писать от руки. У него нет этого. Вот он вот сам по себе, я до сих пор не знаю, что он делает, куда, какие у него работы, какие предметы, как и что. Я даже не отслеживаю, как он учится. А с младшим ребенком я знаю каждую тему, потому что мы с ним вместе проходим. И я знаю, почему так происходит. Это не потому, что они такие, это потому, что я такая. И я понимаю очень четко, почему так происходит. А буду я это менять или нет, это уже второй вопрос. И в нашей жизни очень, наверное, первостепенно играет ту роль, почему с вашим ребенком это происходит. Почему ваш ребенок заболел? Почему ваш ребенок родился вот с этим? Почему ваш ребенок ведет себя вот так вот? Это не он ведет себя так, это вы ведете себя так. Всегда вы, только вы. И если вы не можете это отследить, это не говорит о том, что это не так. Но обратитесь к специалисту, который вам поможет. Но это же ваше дитя.
Если вы с ним идете в каких-то контрах, в разногласиях, если вы не можете вытащить, почему у него это заболевание, попробуйте, чтобы вам кто-то помог. Попробуйте разобраться в себе, почему это так происходит. Ведь мы можем поменять абсолютно все, абсолютно все. Каждый момент нашей жизни, он зависит только от нас. Не от погоды, не от климата, не от социума, не от правительства и не от каких-то вновь прибывших, как нам кажется, болезней. И мы это в закрытом клубе обсудили, что такое вновь прибывшие болезни и когда они закладывались, когда заложилась новая болезнь, в каком веке и по каким факторам она заложилась. И это мы тоже обсудили. Ничего не бывает спонтанного. Мы же с вами не спонтанно родились. Я имею в виду то, что не спонтанно родились, то есть это же не про то, что вот все, например, зеленые коленками назад, с четырьмя руками, с одной ногой, с двумя хвостами, а я тут вот такой родился. Нет, это все закономерно. Все закономерно многими, даже не тысячелетиями, это наш с вами отчет, до нашего с вами отчета был другой отчет. Наш с вами отчет заложился, ну, наверное, с инструкции, с первой инструкции. Я бы, наверное, инструкцию назвала. Не, может быть, потом поменяю свое мнение, но сейчас я это вижу, что инструкция заложена в Библии. И если мы ее посмотрим, не будем в плоскости читать, да, а посмотрим в объеме, там очень многие вещи очень четко показывают многие моменты. Но, естественно, в открытых эфирах я не смогу это сказать, потому что многие религиозные люди, которых я, безусловно, уважаю, это их выбор, но не всегда они могут понять то, что я говорю. Но в закрытом клубе мы обязательно это обсудим. И они достаточно такие, ну, я бы сказала, требующие расширенного сознания, чтобы эти вещи принять, да? Хотя бы рассмотреть их, не принять то, что я тотально права, а просто рассмотреть эти как один из фактов того, что может с нами, что действительно с нами происходит. Вот, это уже, конечно же, другой вопрос. Приветствую. Вот, ребятки, это то, что я вам хотела сказать и, наверное, показать на своем примере, как мы из глубокой любви убиваем своих близких. И что такое глубокая любовь? Мы же погружаемся в любовь к кому-то, только в том случае, когда мы не можем полюбить себя. Нам себя мало, и мы переключаем свое внимание на любовь к другому. И мы падаем в любовь к другому, нарушая его мир. Потому как мы себя любить не можем, потому что не всегда понимаем, за что себя любить. И мы сегодня, я немножечко раскрыла эту тему на марафоне рождения аватара. И, ребят, к рождению аватара вы можете присоединиться в любой момент, потому что все эфиры есть в записи. Вот. Благодарю за сердечки, очень приятно. И когда мы не можем познать себя, углубиться в себя, любить себя, нам нужно себя занять, и мы ныряем в любовь к другому, нарушая его границы. Нарушая его границы и не отслеживая, что я делаю по отношению к нему. И мы как будто бы, помогая ему, исцеляя его, любя его, давая какие-то напутствия ему, думаем, что мы вот такие молодцы, правы, и требуем, не просим, не ждем, а требуем от него признания. И когда от этого признания, от этого человека нет признания, мы страдаем.
мы попадаем в такое страдание глубинное. Вот я вот все делаю, а он не видит. Вот я вот всю жизнь ему отдала, а он не ценит. Вот я вот это, а он не это. Это лишь только потому, что нас нет. Нас нет. Как он видит нас, если нас нет в своем мире? А в своем-то уж он тем более нас не увидит. Но это совсем другая история. Я думаю, что вы поняли, куда копать. И я, ребятки, если есть вопросы, то, конечно же, задавайте. Если нет вопросов, то я буду отключаться. И в 21:00 Москвы второй эфир у нас будет в марафоне рождения аватара. Если кто не успел присоединиться, присоединяйтесь. Я с огромным-огромным удовольствием выдам вам всю информацию, все свои видения, все свои размышления, которые есть у меня. Потому что я очень хочу жить в счастливом и здоровом обществе. И я точно знаю, что оно такое будет. Я для этого сделаю все, и многие люди для этого тоже делают многое. За что я очень благодарна всем. А как быть, как помочь, если сын пьет много пива? А это сыну не нравится, что он пьет много пива? Или это вам не нравится, что он пьет много пива? Это в вашей картине мира не совпадает с тем, что это правильно или неправильно. Здесь же очень много вопросов. То есть, если пьет пиво, значит, он уже достаточно взрослый. И он же не просто так его пьет. Значит, он куда-то падает, потому что пиво для женщины и для мужчины на гормональном плане имеют абсолютно разные вещи. Если женщина с гормонального смысла, я не оправдываю сейчас пиво ни в коем случае, но в любом случае, если кто-то видит цвет и свет человека, то он может посмотреть, если женщина пьет пиво, я не про алкоголизм говорю, да, про какие-то там моменты, то у нее срабатывает физиология, именно физиология. А если мужчина пьет пиво, то у него срабатывает гормональный тремор. Я бы, наверное, так это назвала. Вот. Если мужчина пьет пиво, то это абсолютно другая история. Это как раз про то, что он не может себя найти по роду. И по роду это я вам говорю, я же не про гадалок, не про колдушек. Вы знаете, да, что я очень такая, достаточно жесткий человек в этом смысле. Это как раз по роду, это когда вот это паттерное поведение, когда в роду вашем, вот в вашем конкретном роду, Зинаида, у вас по линии вашего папы, это, скорее всего, прадедушка, у него были определенные проблемы со своим, не проблемы даже, наверное, а сложности со своей мамой. Она у него была очень авторитарная. И вот это вот передалось, то, что он пытается это скрыть, это эту гормональную связь. Иначе ему придется быть тоже вот таким вот. То есть он у вас не достиг своего мужского пика. И это про другую историю. Люблю вас, Госечка, спасибо. Да, Виктория. Лира, скажите, а как можно объяснить ненависть матери к ребенку? Благодарю. Ненависть к матери к ребенку, но это же многие, смотря что, то есть ненависть матери к ребенку есть в разных позициях. Когда у нее, это чаще всего бывает такое, когда у нее не сложились отношения с мужчиной, и она в этом ребенке видит всегда мужчину, то есть она видит того отца, того сперматозоида, да, я бы, наверное, назвала, который не оправдал ее ожидания, которые она себе придумала. И она не может на себя злиться, потому что ее-то нет. Когда мы себя находим, мы ни на кого не можем злиться. Но когда нас нет, нам нужно на кого-то злиться, чтобы поймать себя. Что если я на кого-то разозлюсь, значит, о, а кто злится? Кто-то же злится, значит, я есть, я живая.
и начинает злиться на кого-то. То есть по отношению к отцу у нее была злость на себя, что она не могла что-то сделать, определенные какие-то вещи с этим мужчиной. Но признаться в себе она это не может, у нее не хватает каких-то определенных навыков, знаний, познаний себя. Тогда она переваливает, это очень удобно, перевалить на ребенка. И она начинает ненавидеть этого ребенка. А по факту ребенок это что? Это же пуповина же отрывается только после 24 лет, когда ребенку становится. То есть она по факту злится на себя, на свое женское начало. То есть что такое пуповина, что такое ребенок? Это твое женское начало. Неважно, девочка это или мальчик. На свое женское начало, на свою женственность она продолжает агрессировать. Тут очень много можно рассказывать. Угу. Ребятки, есть еще вопросы? Потому что здесь же нужно конкретную ситуацию. То есть я вам сейчас вот образно рассказала, как бы базовые вот эти вот вещи. Но в каждую ситуацию можно углубляться и углубляться. И еще раз, ребят, вам напоминаю, если вы хотите раскрыть какую-то тему, пишите, пожалуйста, комментарии, пишите, что вы хотите раскрыть. И я буду раскрывать свое видение, как я эти моменты вижу, куда я смотрю в данных ситуациях. Так. Если сын в 20 лет курит травку, что это значит? Что нужно проработать? Ну, что такое травка? Травка – это всегда уход от этой реальности. То есть в этой реальности ему неинтересно. В этой реальности он не задействован как личность, как индивид. И когда он не задействован в этой реальности как индивид, для самого себя в первую очередь, у него нет признания социуму, у него нет признания самого себя, он все время чем-то недоволен в себе. И тогда он пытается уйти. Это могут быть что угодно, это может быть травка, алкоголь, какие-то наркотические средства, вообще абсолютно же не важно. Это вплоть до того, что может быть много секса, когда человек полигамен, вот, это же опять же про непринятие себя. Потому что такое секс? Есть продолжение рода, но продолжение рода это про другое, это не про секс, это именно продолжение рода, это целая история, это целый ритуал, наверное. Ритуал между двумя людьми, которых переполняет любовь, и они готовы эту любовь передать в следующего себя. А когда у человека много секса, да, сейчас это позиционируется как вот он весь такой сексуальный, или она вся такая сексуальная, вот они вот такие, так, она там кошечка, он там какой-то там тигр, там еще что-то. А по факту это же люди, которые не принимают себя. И люди, которые не принимают себя, я сейчас объясню, что это такое секс, да. Это у нас заложено на генетическом уровне, что при сексе это ты продолжаешь себя. А ты продолжаешь себя, когда... Что такое продолжение себя? Это когда ты новый. То есть ты настолько наполнен уже, наполнен любовью, как генетически наполнен любовью, и ты продолжаешь себя через следующую любовь. То есть продолжение тебя, ребенок — это чистый лист. И когда у тебя искаженное понимание себя, когда у тебя просто вот это вот ёбля, прощаю за выражение, вот, и ты просто считаешь себя очень сексуальным объектом, там, кошечкой, тигром там, или еще кем-то, это все не про то. Это то, что когда ты на генетическом плане, не осознавая этого, пытаешься через каждое сексуальное соитие начать себя нового, не в ребенке, себя нового. На подсознательном уровне ты думаешь, что вот я сейчас и я опять с чистого листа. Это то же самое, что об этом я думать сегодня не буду, об этом я подумаю завтра, типа как новый день. Почему никогда не произносят вот этого вот равенства между кофе и сексом? А там единая генетическая база.
между кофе и сексом. Это всегда чистый лист, это всегда новый лист. И когда человек как бы очень-очень сексуальный, ему хочется постоянно заниматься сексом, это когда он не может найти себя. Он все время хочет себя нового, всегда хочет себя нового. То есть он не может себя доработать на том этапе, на котором он сейчас есть. Ему проще через нового себя зайти. Если есть такой ком в горле, страх проявления, с чего начать работать над собой? С чего начать? Самое элементарное, ребят. Выйдите куда-нибудь, я не знаю, в лес, в какое-нибудь помещение, в какое-нибудь, где вас никто не слышит, не видит. И первое, что вам нужно сделать, это проораться. Не просто там, вы поймете, как сложно вам орать. Когда вы начнете кричать, вы поймете, что вы кричите только горлом. Но когда вы научитесь, вы поймете, что вот этот вот ор, он идет, знаете, откуда он идет? Из промежности. Не из груди. Ор идет всегда из промежности. Это просто идет прочищение, максимальное прочищение. Когда вы научитесь вот так вот орать, после этого вам будет очень сложно говорить то, что хотите вы, потому что вы как вычистите в себе эту трубу. И это самое простое, что вы можете сделать. Просто куда-нибудь выехать и научиться орать. Потому что действительно очень сложно начать кричать. Все время думаешь, ой, кто-то, может быть, услышит, ой, а может, там кто-то проходит, кто-то проезжает, а может быть, я там кого-то распугаю, ой. Все. Но как только вы научитесь орать, у вас получится, вы когда начнете орать, вы, когда вот этот вот ор пойдет, прям вот из промежности, из матки, из... Ну, у мужчин, понятно, что не из матки, да? То вы поймете, что ваш голос – это не такой, которым вы разговариваете. Он гортанный, он глубинный, он такой прям «ох», а вообще про другое. Ему 39 лет, да, мой папа тоже очень пил, и мы на данный момент потеряли квартиру в инвестиции, остались без. А дело не в том, что вы потеряли, вы же… Привет. Вы же потеряли квартиру не потому, что это квартира, вы же потеряли базу себя. Вы потеряли базу себя, и по факту вам нужно с облегчением посмотреть на это. У вас открылся новый этап, что вам нечего терять. Вы можете теперь только найти себя. Только сейчас вы можете найти себя. У меня прям, если честно, говорить даже тяжело. Поэтому рассмотрите эту ситуацию по-другому. Она вообще не про квартиру. Она вообще не про пиво. Она даже не про вашего сына. Ведь, ну сколько, 39 лет, это же уже вот, достаточно зрелый мужчина. Но вы же его таким не считаете. Вы же задаете этот вопрос. Вы в нем не уверены. Вы его считаете маленьким мальчиком, несостоявшимся. Вы не позволяете ему жить так, как он хочет. Вы его не отсоединили от себя. У вас не будет ничего, никакого достатка не будет. Мужчина не будет приносить в вашу жизнь деньги. Не касаемо вашего мужа, не касаемо вашего сына. Вы контролируете все. Вы не даете кому-то взять контроль, потому что вы лучше знаете. Вам проще так проконтролировать. Я вас прекрасно понимаю. Это, мне кажется, 90% женщин таких. Когда что-то мужчина делает, они говорят, ой, дай лучше я быстрее сделаю, я качественнее сделаю, я это, я то, я это. Ей действительно проще сделать. И нужно себя отлавливать, пока просто механически. Ну, пьет он пиво, ну и пусть пьет. Это же его, это его тело. Что такое родители? Роди тело. Все, ты родил тело, ты ему дал что-то. А остальное прорабатывай себя. Если ты видишь, что ты что-то не додал этому ребенку, ну вот не додал, вот значит ты вот сделал так вот. Тогда показывай своим примером, как нужно по-другому. Не лезь в его жизнь, покажи своим примером, тем более ты же рядом. Покажи, что ты готова идти через другую базу. Очень благодарю вас за ваши ответы. Благодарю, Светлана. Отец с матерью просто ненавидели друг друга, это правда.
Недавно увидела в глазах матери что-то нечеловеческое, рептилия страшная стала. Дети не защищены, вопросы к миру много. Весь мир — это вы. Ребят, мы, может быть, наверное, поговорим с вами как-нибудь на тему, что такое я. Еще раз поговорим. И вот 4 числа будет эфир на Автополстаре. И там как раз я заявила тему «Смой с себя матрицу». И мы можем немножечко вот этой тоже темы там затронуть. Что такое? Потому что мы же себя найти не можем только из-за этого. Почему я все время говорю, ребят, на ретрите, когда вы приезжаете на ретрит, на личные встречи, ваш мир, ваша жизнь, вы кардинально меняетесь, потому что вы находите себя. Когда вы нашли себя, вы не можете жить по-иному, вы не можете жить по-старому. Не может быть что-то плохого в жизни, не бывает плохого. Но это только для тех, кто готов поменять. Да вы все готовы поменять. Это я раньше говорила, кто готов поменять, приезжайте. Вы все готовы поменять. Просто кто-то меньше, кто-то больше. Кто-то еще боится, кто-то еще себе придумывает различные моменты. Там, а у меня нет этого, у меня нет того, мне там не хватает денег, мне еще что-то не хватает. Ребят, да вам как может не хватить денег на самого себя? Я ни в коем случае не говорю ни про какие кредиты, не подумайте. Нет, я противник этого. Но как только вы решите, что для вас это надо, вы найдете способ туда приехать в рассрочку, вы найдете способ, где-то у вас выплывет эта финансовая подоплека, у вас еще что-то, но вы всегда придете, найдете способ прийти к себе. Потому что это я вам сейчас говорю, да, вот так урывками. Один вопросик прочитала, второй вопросик прочитала. Или, например, когда вы на марафонах, я там с вами так поговорила, на консультациях. Вы же в любой момент можете отвернуться, перезадать вопрос, выключить телефон, потому что иногда бывает, я очень жестко к этому отношусь. А когда вы на ретрите, вы уже от меня не уйдете. Да, на ретрите всегда слезы, всегда сопли, но вы находите себя, по-другому не бывает. Потому что вы не можете не найти себя, потому что вы всегда есть у себя. Всегда есть у себя. Просто направить. И нет такого, что я не могу направить. Я-то вас вижу, и вы себя видите. И я-то с вами не буду сюсюкаться, как вы с собой. Это же все про другое. Вопросов больше нет, ребятки. Я вас очень благодарю за вопросы. Я вас очень благодарю за то, что вы были со мной. И, конечно же, жду обратной связи. Мне она всегда очень интересна. Жду вас на встрече, на марафоны и, конечно, на ретрит. Потому что мне очень-очень приятно, что после ретрита я вижу, как уезжают люди. С большой буквы, да. Вы всегда уезжаете самим собой. И это здорово. Благодарю огромное. Сохраняем эфир и пишите обязательно, какой следующий эфир сделать, с чем согласны, с чем не согласны. Обязательно это обсудим. Спасибо.